Беликов Виктор Матвеевич родился 29 апреля 1923 года в деревне Копытово Заволжского района. Призван в Красную армию в 1941 году. Окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов. С декабря 1942 года летчик-штурмовик. Начал боевой путь под Сталинградом. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии. В феврале 1943 года над Донбассом Беликов сбил Юнкерс-88. Всего за войну его сбивали трижды вражеские самолеты. Был несколько раз ранен. Всего он совершил 128 боевых вылетов. 24 января 1945 года он в составе сводного полка 1-го Украинского фронта участвовал в параде Победы на Красной площади. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту Беликову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».